Как сделать, чтобы качественных местных продуктов на Ставрополье было еще больше, обсудили сегодня на планерке депутаты Думы региона. Задача эта важная, именно на ней сделал акцент президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. И Ставрополье, как прозвучало, уже ее выполняет. Например, в крае в 6 раз увеличилось производство пресноводной рыбы. Есть успехи и в других отраслях. Еще одна задача – сохранять и развивать курортный комплекс КМВ. Депутаты обратили внимание, что на протяжении последних 13 лет профсоюзные организации – потихоньку продали почти полтора десятка своих объектов. А федеральные структуры, которые владеют зданиями, не используют их по назначению и не уделяют здравницам должного внимания. Десяток объектов, которые наше доблестное федеральное агентство по управлению федеральным имуществом ни копейки не вложило за 13 лет и не эксплуатирует. Поэтому я думаю, что никаким документом, каким бы мы ни определялись, мы не сможем навести порядок. Кроме того, что мы уже предлагали во втором году, это обременение, это через закон о Кавминводах определить обременение вот этих объектов в форме их использования на территории Кавказских минеральных вод.